Ты про... Где же вы? Прицел выстрел! Лол, отойди от меня, мапфака! Я не хочу тебя убивать! Нет! Я не хочу тебя убивать! Ты мой друг! Ты мой друг! Ты мой друг! Ты мой друг! Мать вашу! Нет! Мапфака! Мапфака! Молодец, ты убил этого мапфаку! Ха! Ты реально не гиганта губ! 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 Губка-буб! Я бы хотел напомнить, что у меня есть собственный магазин ключей и аккаунтов. Мы сменили здесь дизайн и завезли много нового замечательного товара, ведь вы весь разобрали его пусечки. Также сделали тут лотерейки по рублю. Берите, не стесняйтесь, можно выиграть замечательную игру всего за 1 рубль. morgan-shop.net. Я думал, бабушка пришла. А вдруг бабушка пришла, я ору, такой... О, GTA 1! Только получше чуть-чуть. Текстурки HD добавили. Да, да. Ты куда вас довезти? До вокзала, до подвала? Где вам высадили? Он говорит, ты чё, сука, я кореец, мне это оскорбительно. Я кореец. Я кореец, для меня подвал, слово это оскорбительно. Это где-то значит, что я буду шить и костюмы от Абибаса. Да-да-да. А он такой, моё ухо, надо повернуть чуть-чуть, типа был экшен. Видел? О, господи! Ты чё, принёс товар? Ты где моя доза? Доза. Товар! О, я болею. Можно зайти? Может, надо было на его жопу смотреть? Ну да, у него что-то по секси вроде. Да посмотри, люди кишечки. Ля-ля-ля, бабка, смотри, она такая, нихера себе, внук, куда ты меня привел? Это же дед. Ну, они же вместе спаривались. Ой, Юзя. После, блядь, стрима 75-часового. Ого! Ассасин! Я такой был в Вовку, когда играл. Это ассасин. А, да. Альтаир, ты что, подгнил? Ты чё, Альтаир, спайсухи какой-то плохой употребил? Аль! Пу-пу! Чё делать? Обзор, короче, обзор. Воу! Чё? Вот. Кто это? Ну это Вин Дизель. Смотрите, нажмите Ctrl, чтобы в попочку входило мягче. Незаметно всунем ему. Давай, сука! Что это? Я к нему подстраиваюсь, понял? Чтобы типа... Моя сладкая попка, говорю, вот она и рукой, видишь, он по ней проводит. Вкусно пахнет едой. Почему бы не поесть? Почему бы не поесть? Там мухи летают такие, вот так. What? What? Беги! What the fuck? Беги! О, сука, тюлень, что ты за тюлень? Беги отсюда, осёл! О, как бежать? Беги! Где? Придёт пипец! Да, самба! Потому что мужик большой! Чёрт! Нога! Сука, отдай мою ногу! Пришей назад, Годзилла вонючая! Я ссал на тебя сбоку! Он тебе реально отрезал же, да, ногу? Нет, он вернул! Ого! Пила сосет! Бежим! Да ладно, классно! Что за местность, дебильная? Да классная местность, специально угадать! Осел, ты что тупой? Ключ сзади был! Такой чисто... Я бы сказал, вот так повернулся и бы сказал так... И такой... Кишки, да, и твои такой, и вот так бы руки разбил, так. Ну да. Я бы тоже так сделал. Классно, да, было бы. Когда умираете, сразу делаете, разводите надо руки. Пафос. Я из больше уст... пафоса. Да, больше пафоса, когда умираете. Да. А то херня, вы сдохнете, как какая-нибудь стыдливая. Ну, стыдно будет потом, когда будешь на себя смотреть в аду. Угу. Скажут, вот ты. А если ты так умрешь, тебе в аду скажут, все, на тебе повышение. Сразу чертиком тебе сделают охуенно. Да, чертом. Чертом саным. Вау, вау, что это было? Это было что-то. Я такой, ого, что тут? А это такой, я хочу тебя сзади. Ой, кишка! Ах, кишка, о! Покатаемся по ночному Москва. Потому что Москва любит, когда черный рулит. А-ля-ля. Приехали.
Аллах Акбар. Как тебе в крови девственницы купаться? Мы идем в канале Уге. Я обернулся это посмотреть, не обернулась ли ты. Потому ты... что у тебя глисты. А, там тень была сзади. Я поебал тебя. Я поебал тебя, говорю. Макс! 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 А, дядька пришел. Сучина, сука, толстая. Пуч вонючий. Дай пройду. Ух, гля, ты сейчас жив. Да я не понимаю, ни хрена. Пошел взад. Пердасня. Спрячься. Ого. Лол. Он дикий какой-то. Дверь не жалко, говно? Взял, сломал дверь. Потом начальник ему говорит, а-та-та-та. Он такой чинит, сидит. Такой, да, такой, ну, босс, извини. Ой-ой-ой, блядь, Пуся, иди нахер. Какой-то лутласт версия 0.3. 0.3. Не до 1 не дотягивает. Не до 1. Не до 1. Слышал? Это знаешь, что там делают? Снимают Brothers. Смотри, тут вообще что происходит. Ты должен, если проникнешься, будешь дрыстать потом полночи. Я буду дрыстать, потому что я алкаш, и у меня диарея, ебать. Больно. Оу, детка, я к тебе подхожу как секси. What the fuck? What the fuck? О, это этот коп, только уже он угнал. Смотри, угрит мои шары, они вылазят. О, гля, бледная тварь. Это анорексичка. Анорексичка, нет, это знаешь, как это? Белый, это паблик, 40 килограмм. Белый негрик. Альбинос. Альбинос. Альбатрос. Сзади полигоны. Он говорит, сука, графа была ужасная, сука. Какого черта квадратный дым за мной едет? Ого, ого, полгорода уезжает. Ага, типа просто, мы уебываем. Да, мы уезжаем, что это? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Лол. Читеры. Лол, а что такое адское? А ты бы поехал? Да тут смотри, что происходит. А ты бы поехал так? Ну типа дома такие замкаются, а ты такой на свою скорость. Я бы вышел и сказал, вы что, сука, делаете? Вау, Леня пришел. Что за херня? Убей, а, Леня его шуколол вообще чем-то. А, героином под крокодилом. А этого тебе лагает. Нихуя. Вау, повернем-ка опять просто так, видел? У них бывает это. Да нет, аэропризрак немножко покусал этого чувака. То. О-о-о! Туда немножко. Ля-ля-ля, он побурливает. Побурливает. Прикинь, ты так, мы едем, ты шофер такой забурлил, я тебе говорю, пацан, ты что-то подбурливаешь. О, пасу. А, не, попью. Помнишь, как тебе, ебать, почку вынул, украли у тебя почку, угнали? Да. А мы потом искали с ним почку его. Она исчезла вообще. Да, его ее в Ростов увезли и пережили. Она потом такая бежит, помнишь, по этому, бежит по вокзалу и орет, сука, я больше не буду пить с тобой. И да, и короче, к мажору уехала. Да, пидорасный сына. И теперь они вместе с ней теперь живут. Теперь она гей. Да. И это. Алло. Да, да. Да. Давай. Видишь как? Я на многие вопросы ответил. Да, да, да. А, от интонации зависит ответ. А ты мама, что ли? Ну да. Говорит, чё, бухаешь? Говорит, блин, ты типа там что-то делаешь вообще? Бухаешь. А я такой говорю, да ничего, мы сидим тут, тортик едим. А теперь снимаем! Гном! Все, все, гном, ты где? Давай, рябчик. А это психоделика бьет по ушам. А я не знаю, кто я и как сюда попал. И почему этот стол так меня возбуждал. И я хотел на него сесть. И эту тёлочку натянуть на кукан. Ку-ку-кукан! Ку-ку-кукан! Ку-ку-ку-кукан! Боком! Ебаланы мы. Лучший навык с помощью зеленого геля. Ты когда-нибудь себе голол зеленый гель? Нет, надо попробовать. У меня там есть ферри. Пойдем? Пойдем. Пришли. Вау! Вау! Мивайщика. Вау! Сколько сохраночек! Хочу больше сохранок. Может засунуть это в задницу и пронести через границу? Может это прет? Цецки!
Чего? Как ты так? Це. На, сука! Типа, пизду, ты кто такой? Ты кто такой на моем районе? Вот тебе голова, ты кто такой на моем районе, а? Это не твой район, это район, короче, Лесника, Семёнка. Это вот этого, Семёна Воротник. Семён Воротник, местный. Семён Воротник. Ты чё, Семён? Местный Лесник. Итак, товарищи, уже наступил вечерок, мы весь день играли в игру, на самом деле часок мы где-то два поиграли в нее. Замечательная игра, да, замечательная? На самом деле какая-то хрень. Хрень это... полная. И то, что... Итак. Итак. Ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал, если хотите больше Two Friends, пишите. Хочу больше Two Friends! Хэштег Two Friends, мафака, yeah! Тут такая психоделика, как в СТС, это было русские сериалы. Школа закрытая. Закрытая школа. Говно. Для пидоров стрёмных. Я чё-то не блеванул. Потому что у тебя сотрясло, ты ещё башку трясёшь. Помнишь? Его вчера, короче, битой не по голове пиздили, а он пердобе снимал. А я такой, вы чё, сука, на биту так на, сломал его. Такая в щепки просто. В замедленном действии была, потому что мы под спайсом. Урём, мы не такие. Мы под спайсом. Мы всегда под спайсом. Всё, тихо. Товар! Товар!